Всем привет, это СБ1813 или просто Саймон. Продолжаем из пачки комментариев делать реакции. Сегодня будет такая необычная группа, как Ninjin Isu, наверное, называется. Как их трек называется, я, честно говоря, фиг знает. На Махаге, Хадже, я не уверен. Вот, посоветовал Роман Чекалин. Вообще, он советовал посмотреть «Максимум за гормон», но, камон, как бы все, по-моему, вообще смотрели все клипы «Максимум за гормон», поэтому, естественно, их я не буду уже реагировать. Вот. А вот их я смотрел только, по-моему, одну песню или две, вот как раз у кого-то тоже на реакции. Это, короче, какие-то очень странные японцы, это какие-то деды вообще, которые играют какой-то прям такой забористый металл. Вот, и это достаточно интересная штука, потому что такое редко встретишь на самом деле, а тем более еще это японцев, как бы, да. Хотя, может, не редко, но вот именно когда смотришь реакции, там, и ждешь просто какого-нибудь такого металлчика, то не ожидаешь увидеть такое. Вот. Именно этот трек я быстренько проскипал, просто посмотрел, смотрел ли я его или нет. Вроде как нет, и точно я, наверное, не вспомню, как он звучит. Даже если я слушал. В общем, опять же говорю, я у них всего пару треков видел, и то вот на реакции, то есть отдельно я их не слушал. Так что как раз будет интересно сейчас послушать, именно оценить самому. Ну и, собственно, поехали, посмотрим, что деды умеют валить или нет. Мужицкое звучание вначале. Блин, они еще выглядят так странно. Криповенько. Ну да, ни клип, ни трек я точно этот не помню, поэтому это интересно. Ну, только это тоже очень похоже на Slayer, на самом деле, но тем не менее. Там жирненько достаточно. Электроника еще. Ладно. Конечно, у них для чего-то басиста. Ну ладно. Как он прется, мне кажется, от этого его звука жирного. Я бы тоже прется, если бы. О, внезапно. Вокал, конечно, очень странный, но при этом добавляет колорит, на самом деле. Okay.
на самом деле прикольно. Офигеть, он прям прыгает там. Вот это на самом деле веселый мод. Мне кажется, на концертах у них там очень весело происходит. О. Смотрели клип, послушали трек Намархага от группы Нинджин Иссу. Офигенно, что сказать. Опять же, не совсем мой жанр, но тем не менее, вот именно слышно, как они прям отрываются под то, что им нравится. Очень четенько, очень все жирненько, басово. Не знаю, мне очень понравилось, именно такой супер плотный трек получился. Вокал, конечно, у них на любителя, но опять же, он слух как-то особо не режет. Вот именно такое чувство, когда ты смотришь, особенно на них, такой, ну, в принципе, наверное, такой вокал должен. Так что, не знаю, все достаточно прикольно. Похоже, вначале это был на Slayer, потом это на что-то другое начало быть похожим, но в целом как-то своя изюминка у группы точно есть. Ну и внешне видно, конечно, просто это очень хорошо. Такие забористые деды, это прям очень круто. Не знаю даже, что сказать, на самом деле мне понравилось, но опять же, слушать навряд ли такое буду, но тем не менее, есть чему удивиться, как бы посмотреть, офигеть. Вот, так что японцы как бы умеют еще в этом, да и в принципе всегда умели. Вот, а Максимум с Гармон, как бы сорян, но реально, у них сейчас пока ничего нового прям такого не выходило из того, что я не смотрел. Если выйдет, то обязательно, конечно же, посмотрим, потому что это та самая группа, которую, типа, мне кажется, вообще все реагируют, все в очередной раз офигевают. Вот. Но ждем-ждем. А пока, как бы, да, очень прикольно эти чуваки. Вот, единственное, я не знаю, насколько это реально старая, не старая группа, и сколько у них там всего. Может, они на самом деле всегда такое играли, а просто на YouTube недавно, там, относительно, когда они там лет 5, по-моему, назад появились, все начали их форсить. До этого, возможно, они в Японии были известны. Тут я не знаю сам уже. Но, тем не менее, как бы круто, что такие группы вообще существуют. Также спасибо Роману за то, что написал их посмотреть. И всем спасибо, кто посмотрит этот реакцию. Ссылочка в описании. Нравится, нравится. Сами все знаете. И на этом, наверное, пачка вот эта заканчивается. Вот. И сразу скажу, что про Resolve группу я помню. Это будет следующая группа или вот буквально... На неделе я сделал на нее реакцию,
Так что, если что, третий раз не надо мне писать. Я все прекрасно помню, она у меня в отложке лежит. Просто вот именно с этой пачки старой надо было закончить. И вот, в принципе, на вот этой хорошей ноте, на крутой достаточно группе, необычно мы и заканчиваем. Дальше, как обычно, группы группами, которые я хочу посмотреть, просто какие-то новинки, вот, и какие-то отдельные, если что-то вы мне будете писать, то буду смотреть, да. Вот, а остальное вот именно пачками буду выгружать. Думаю, следующую сделаю не с таким большим перерывом, а буквально, может, даже под конец этого месяца. Так что обязательно все посмотрим, все обсудим, прореагируем. Короче, все, еще раз всем спасибо. Обязательно пишите, что хотели бы посмотреть вместе со мной. И, в принципе, это все. Я пошел, и пока.